Геральда Бельгера теперь сможет читать весь мир. Избранные произведения известного казахстанского писателя и публициста перевели на английский. Экземпляры книги привезли и на родину автора. Сегодня ее презентовали в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Подробнее расскажет Жансулу Тастемирова. «Мы казахи» – так называется проект Международного казахского пен-клуба. Его цель – перевести на язык Байрона лучшие произведения отечественных авторов. В список тех, чье творчество станет мировым достоянием, вошли 25 писателей. Среди них – Геральд Бельгер. Его избранные сочинения перевел известный британский автор Саймон Холлингсворс. Книгу издали в Англии. В Петропавловск привезли всего 2 экземпляра. Если тебя нет в английском мире, то тебя как писателя нет. Маленький пример. Аджим Нурпиисова 5 лет тому назад перевели на английский язык в Англии, в Америке и в других странах, и он попал в шорт-лист Нобелевской премии. Сразу же. Вот что значит английский язык. Вместе с Бегильдой Габдуллиным на презентацию книги приехал классик казахской литературы Абдижамил Нурпиисов. Ему Геральд Бельгер помогал переводить на русский трилогию «Кровь и пот». Я долго искал того, кто будет переводить «Кровь и пот» на русский язык. Мне посоветовали Геральда Бельгера. Я дал ему самый сложный отрывок из трилогии. Уже на следующий день он принес перевод. Я был ошеломлен. Он передал все мои мысли точь в точь. Геральд превзошел все мои ожидания. Геральд Бельгер свободно владел казахским, русским, немецким. Знание языков – это не только возможность общения, но и намного больше. И его творчество – яркое подтверждение тому. Вот эта политика нынешняя от трехязычия наверняка берет свои истоки от фигуры Геральда Бельгера. Вот чудо, которое творит язык, знание языка. Это чудо буквально. То есть это мост к сердцу народа. Бельгер мог построить этот мост к сердцу любого народа. Произведение Бельгера на английском в ближайшее время появится в электронном виде на сайте amazon.com. Жансулу Тастемирова, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.